Ну да, 10-5. Блин, немножко прозевали это самое. Да. Зона недостигаемости. Я не знал, что на его родине хотел ненавидеть. Ну, есть разное, как говорится. Вот здесь вот на здании, да? Вот прекрасно, прекрасно. Мышки много? А здесь что-то там, короче? Сазанка. А туда дальше город идет? Нет, все. Это вот это и все, да? Идет химия в гигант. Сейчас при выезжать так будем, там справа, слева будет химия и все. Да не тоже кончим. Юра, да. На эту топку надо зайти, отсюда раскладок вот весь видит. Юр, сейчас. На холмик вот, наверное. Мама, включи, если ты вперёд справился. Я пока... Это может еще и это. И напугать. Может. Правильно? Правильно. Вот. Сейчас поднимемся наверх. А приломался бы устроить? Приломался бы устроить, да? Ну, ну да, но они построили, но не оборудовали. Нет, это... Фу, мои. Это для онкобольных. А центрифуга у вас есть в оборудовании? А? Центрифуга в оборудовании. Я не считаю, 5 слесарей, там электрик.
Я так работаю, что на расщепление. И на расщепление. Это я вам брал японскую помощь, сказали. Мы тебе даем японскую центрифугу. Я автономен во всем. В воде, в электричестве. Скважина? Все свои, да. Все? Керамика? А? Керамика? Стекло. Нет, это стекло. Вот мы ночью отсюда. Здесь напыление стекла как делать? А? Как напыление стекла делать? Да. Вот мы ночью сегодня упаривали. Сюда мы залили 2 тонны. У нас концентрат получился. Тигрос нам заказал. Владивостокский есть такая. Тигрос. Вот она. 2 Горьковских и 1 Днепропетровская. Такое производство есть? Нет, в России такого производства нет. Один реактор стоит у Татьяны Ивановны Балуны. Один реактор стоит в Красноярске. Я вчера письмо не получил. Они пригласили нас на выставку ярмарку. Вот, 500 тонн. Если порошка 2,5 тонны. А порошок 1 килограмм порошка женьшеня экстракта стоит $1200. Это самая минимальная лондонская цена. 1 килограмм? 1 килограмм. $1200. Мы сейчас оборудование, которое вы поставили, там еще у нас сушильный агрегат есть, можем в сутки производить 8 килограмм порошка. То есть в пределах где-то 9 тысяч. А фасовочная линия делается? А? Фасовочная. А вот там, в этих контейнерах. Мы ее там, в эту, в столовую стыковали. А то есть вы ее демонтировали? Нет, она новая в упаковке. А вы же, по-моему, что-то разливали здесь? Бутылочки? Нет, это не ваше было? Нет, я разливал это все, здесь готовил, Уссурийскую возил, там и сдавал. А, там? Да. Ну, 10 тысяч бутылок у нас за 2 дня ушло. Почему, Виктор Иванович? У нас 350 грамм элеутерокока стоит 35 рублей. Мы туда все заливаем. И амортизационно, и кредит. Все абсолютно. И работа, и электроэнергия. У нас больше 35 рублей не получается. На фармфабрике такая же бутылочка по такому же количеству стоит 76 рублей. Вот все мы рассчитывали. А по качеству у нас на 6 порядков выше. У них где-то 1,2, 1,5 экстрактивность. У нас 8-10. Поэтому главное для производителя это сбыт. Для нас на сегодняшний день проблемы с рынком нет. Единственное, мы должны давать качество. А вот для качества... Потребители внутренние? А? Потребители. Значит, заключены на $4 миллиона американцы, они вот все были. Вот здесь они меня 3 дня прожили здесь, посмотрели все оборудование. Отправили, значит, самолетом наши образцы, оттуда получили добро, очень большое добро. Вот мы подписали контракт. Начало выработки контракта с 1 сентября. Теперь, прибалты сказали так, Володя, ты готов, сын Бродовский, я его лично знаю, я готов прилететь и здесь на месте. Белорусы открыли представительство под нас во Владивостоке, в Доме строительных организаций, там у них кабинет, по-моему, на 6-м этаже. Они уже открыли, были здесь, тоже живут. Так что зиму мы очень хорошо прошли, я говорю, 18-20 градусов. А вы зарегистрированы в районе? В районе, конечно. Я за один день зарегистрировался. Вот, Виктор Иванович, такой. Что такое здесь производство на фоне того, что, говорят, тут хрустальный поселок, все ушел. Нет, мы здесь. И мы подтянем сюда, по всей вероятности, к осени, медицинский центр. Медицинский центр. Потому что приехал замминистра здравоохранения Хабриев, Рамил Усманович, посмотрел, говорит, Володя, все, мы включаем план во второй половине полугодия, вы будете получать финансирование. Но мы уже этот этап прошли. Мне дальневосточный банк помог кредитом, мы его отработали. Большой? Нет, я брал 440 тысяч для того, чтобы зарегистрироваться. У нас, мы сегодня, вот скажем, нигде сырья нет. На 25 лет с первым платежом через 15 лет. Нормально? Да, юридически все обставлено. Сегодня к этому говорить. Так же весь комбинат. А сколько за аренду платили? Я не знаю, я же к этому никакого отношения не имею. Я как раз тут. Дальше зайдем в цех, но мы как-то по